Друзья, всем привет! Собрал тракторок, слегка до кучи поставил все на свои места. По крайней мере, хочу сегодня сделать первый выезд конкретный, да, посмотреть радиус разворота, ему замерить. На улице снежок выпал, сегодня 16 марта. Хорошее морозное такое утро, весеннее. В общем, колеса, я думаю, не будут грязные. Снег – это нормально, это вода. Так что вооружаемся штативом и поехали потестим. Если честно, я уже отвык от управления переломки. Опять буду для себя открывать что-то новое. Как-то так. Все, погнали. Итак, друзья, отлично бежит, вообще шикарно. Управление, блин, не ожидал я. Такое удобное. Рулевая рейка все-таки лучше, чем рулевая колонка. Так, круги нарисовались. Вот. След в след отлично идет. Вообще шикарно. Ни колеса не забегают, а идут именно колея в колею. Это мне уже нравится. Все, сейчас растяну рулетку. Посмотрим внутренний диаметр, да, радиус там, я не знаю. Ну, радиус, диаметр. В общем, сейчас все. Все цифры будут известны. Так, поставил рулетку. Пока по внутреннему диаметру выходит. Выходит где-то плюс-минус 3,70.
Это диаметр. Вот. Радиус поделите на 2. Вот вам будет радиус. И наружный, по наружному краю колес. Ну и соответственно, там на край поставил, но рулетка 5-метровая, надо было брать больше. Вот, ее чуть-чуть не хватило. В общем, 5 метров вот здесь. Сейчас мы прикинем, сколько еще у нас получается. Вот так вот. Это было 5, и получается 5,60. 5,60, где-то 5,50, это по наружному разворот, да, по наружным колесам. Вот, на Франкенштейне у меня радиус был еще больше, потому что все-таки узел поворота ограничивает рулевая рейка, ход. Вот, как-то так. Ну, можно, конечно, добиться еще меньше, сделать его на 3 метрах разворот. Ну, переделывать я уже не буду, не хочу. В следующих проектах, возможно, я сделаю, чтобы радиус разворота был не 4 метра, да, а 3 метра, а может даже и меньше. Именно на переломке. Тут все очень просто. Но переделывать я уже не буду. Вот, как-то так. Как-то так. Ладно, тест провели. Немножко. Поэтому поехали назад. Итак, мужики, погонял я на тракторке еще слегка. В общем, в следующих видосах продолжим уже рассказывать, что где внедрялось. А сейчас поехал я на почту, получу посылочку и покажу, что пришло. Очень мега нужная мне штукенция. Все, я поехал, а у вас это буквально секунда времени. Итак, друзья, получил я посылочку. Посылка пришла с актом. В общем, составили акт по поводу... Отличалась фактическая масса от той, что есть, на 2 грамма. Изначально было кило 338. И в Москве ее взвесили. Оказалось, кило 340. Составили акт. Но посылка не вскрывалась. Вот, что не может не радовать. Поэтому сейчас мы ее распечатаем и посмотрим, что внутри. Может, там кирпич прислали. А может, еще чего. Коробочка, конечно же, пиналась. Это однозначно.
стеналось. Это, мужики, весы должны быть на одну тонну. По крайней мере, галочки, вот если видно, да, стоят, что это 1000 килограмм, цвет оранжевый. Так, макулатура на английском. В общем, разберемся. В коробке больше ничего нет. Ну, хорошо, хоть пенка здесь присутствует, мужики. Хоть какая-то, да? Блок питания. И вот такие вот, мужики, весы. Прикольно. Вообще прикольно. Сейчас раскрутим. Итак, мужики, сейчас заглянем внутрь. Батарейки должны ставиться, не знаю, видно, не видно. Сейчас покажу. Какие-то надписи здесь. Вот так вот. Модель указана. Но весы работают. Знаю, у них еще есть встроенная батарея. Вот идет калибровка там. Сейчас это все покажу. Вот. Они там настроились сами от себя. Табло чуть притухает, но когда даем нагрузку, табло также загорается. Обзорчик сделаю чуть попозже. В общем, я так понял, что блок питания — это заряжать батареи, которые стоят внутри. Ну а если где-то работаешь и нет доступа к сети зарядиться, да, можно поставить, будет дополнительные батареи, и они также будут работать. Вот такая штука, мужики. Поэтому как раз на мою днюху такой подарок. Теперь будем знать вес абсолютно всего, что делается, сколько мяса подкидывается на трактора, сколько весят мосты те или иные, да, до укорачивания, после укорачивания и так далее и тому подобное. В общем, прикольная штука. Потестю ее, конечно, немножечко. Здесь пленка сверху приклеена. Вот, клеивать не буду. Пускай будет. Как-то так. В общем, обзорчик попозже. Вот, друзья, вывесил тракторок, точнее передок. Повесил весы сверху. Повесил лебедку. Оттарил ее по нулям. И теперь вот знаю точно, что передок у нас вывесился на почти на 200 килограмм, да? Вот, то есть я уже знаю, что вот здесь у меня висит 200 килограмм. Также буду знать, сколько на краю висит. Вот такие вот дела. Ну ладно, об этом, обо всем в следующих видосах. Поэтому будем прощаться. Всем пока. С вами был Санек. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, оценивайте. Еще увидимся.